И к другим новостям. Глава государства подписал указ о награждении 167 человек. Согласно указу, граждане страны получат госнаграды за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости. Среди отличившихся и народная артистка Джамал Сейдахматова. Эта воинственная женщина всю свою жизнь посвятила театру. В творчестве всегда стремишься к высоте, но самое главное, надо этот путь пройти достойно, говорит народная артистка. Лауреат премии имени Токтугула, исполнительница многих ролей Джамал Сейдахматова. Не могу сказать, что мой путь был усыпан цветами. Было очень сложно, но в то же время интересно, говорит она. Ради театра наша героиня бросила учебу в вузе. Самое главное, это не унывать и трудиться. Именно тогда можно добиться успеха, сетует героиня. Главное в жизни человека – это труд. Труд – это пахать, как пахар. И не унываться, и не сдаваться, и не сломаться, и держаться. Для этого нужны силы, для этого нужно терпение. И любить искусство, искусство нашу, как жизнь свою. Я благодарна своей судьбе, что вот так прожила свою жизнь. Талант от Бога. Именно так можно сказать о ней. За свою карьеру Джамал Сейдахматова сыграла роли многих великих женщин. Курманджан Датку, Канкей, Найманене и других. У каждой из героинь я чему-то научилась. Все роли помогли моему профессиональному росту, говорит народная артистка. На сегодня Сейдахматова является руководителем театра «Тунгуч», в котором она бесплатно обучает молодые таланты и делится своими знаниями. Сейчас они работают над новым проектом. Идея она такая, которой мы всегда уже последние годы держимся за эту идею, что нужно в этой маленькой стране, да во всем мире, по-моему, но особенно у нас, в этой маленькой стране Кыргызстан, все национальности, чтобы жили в единстве. Главное жить в единстве и дойти до той точки, когда люди всего мира будут жить в такой гармонии, когда будет каждый человек любить друг друга и не жалеть от себя ничего. Эту великую актрису театра и кино, согласно указу президента, наградили орденом Манас второй степени за заслуги. Джамал Сейдахматова отметила, что безмерно благодарна руководству государства за то, что они оценили труд по достоинству. У артистки множество наград кыргызстанских и международных, а это будет ее вторым орденом. Она поделилась, что радовалась не только за себя, но и за других достойных кадров, которые были в списке награждаемых. Ведь это стимул для них, заявляет артистка. Людям искусство что нужно? Нужно всегда им обращали внимание, чтобы в нашем городе не только только она строили, чтобы в нашем городе строили храмы искусства, театры, залы концертные, красивые очень, чтобы там блестящие актеры давали концерты, кинотеатры. И чтобы наши богатые люди помогали людям искусству, потому что они всегда нуждаются в поддержке. По словам невестки актрисы, она очень ответственная и требовательная по отношению к своим ученикам. Именно из-за этого театр «Тунгуч» до сих пор является одним из передовых театров страны, говорит она. Вклад народной артистки в культуру страны неоценим. Также она внесла большой вклад в образование и подготовку молодых кадров. Как вы сами видели, несмотря на свой преклонный возраст, ей уже скоро будет 80. Она продолжает свое творчество и воспитывает молодое поколение артистов. Ну а дома она очень ласковая, чуткая и отзывчивая, и очень простая. Мы все очень гордимся ею. Наряду с ней орденом Манас второй степени была награждена камузистка Самара Токтакунова. Ну а званиями и почетными грамотами были награждены ряд людей, которые внесли свой неоценимый вклад в проведение шоу и других мероприятий. Артисты Центрального оперного театра Китая, ряд иностранных работников в сфере здравоохранения и другие. Джибек Шишамбиева, Нурдан Гарыпеков, «Пирамида».